прихоть обстоятельств. В любое время легкий взмах крыла бабочки может стать началом катастрофы. Харан — целый город, стертый с лица земли. У тех, кто остался здесь, не было ни шанса. Величайшие умы мира собрались вместе и нашли вакцину против харанского вируса. Наконец, человечество побороло заболевание. Но людям всегда нужно больше. Несмотря на обещание закрыть лаборатории, ВГМ втайне продолжила свои исследования THV для военных целей. Понадобилось не так много времени, чтобы новый вариант THV снова сбежал в мир. Падение случилось скорее, чем кто-либо мог предсказать. Горстка выживших теперь живет в небольших анклавах. Единственное средство связи между этими отдаленными поселениями — те, кто достаточно отважен или отчаян, чтобы путешествовать в одиночку по опасным пустошам. Их называют пилигримами. Где-то на карте один город все еще жив. Город, изолированный от внешнего мира. Город с особыми правилами. Теперь это последний бастион человечества. Шанс для нас, чтобы выучить историю. И на этот раз сделать верный выбор. Потому что каждый выбор, сделанный здесь, меняет будущее. Навсегда. Ну что, друзья, всем привет, вы на Кудплей, и это Daylight 2, и мы начнем вместе с вами его проходить. Всем спасибо, что пришли. Начнем. Наверное, будем обычный, без каких-то напрягов, чтобы было все прекрасно. Хорошего просмотра и настроения. 2036 год. Через 15 лет после падения. Раньше было веселее. Раньше ты был моложе. И глупее. Но ты все такой же быстрый. Медленный пилигрим. Считай мертвый. Да, знаю. Забирайся, хочу кое-чего показать. Все красиво, все пилигрим. Так. Красивые очень виды.
А он и оставшийся в домбари. Плавненько. Ох, брат, хватку не растерял. Еще бы. Спасибо. Рад тебя видеть, Спайк. Давно не виделись. Давно, но сопли размазывать не будем. Идем, покажу кое-чего. Куда идем? Увидишь. Невероятно. Что именно? Большинство пилигримов не протянет в дороге и 2-3 лет. А ты по свету уже 4 года бродишь и все еще жив. Как и ты. Ага, но я-то охуенный. Точно. Без выбора-то нет. Мне в твою энергию. Слышал чего о Джейми? После Нового Парижа ничего. Каким путем шел? Через Бэйнс или Гэри? Через Бэйнс. Ну и Берень. Штук 5 ветхих хижин, да такой же забор. Смотри, Эйден, здесь улей полный мед. Мы же не упустим такую возможность, да? Не в жизнь. Осмотрись, если повезет, сможем найти ромашку. Так, у нас чутье есть, как обычно. Очень удобная штука, которую мы видим, что можно собрать. Поиск отлично. О, здесь не один. Видок. Мы его возьмем и другой. Маски раз. Две штуки. Очень удобная, в принципе, сборка. Такая аккуратная. Ромашка, он говорит. Яблоко, малина. Испытываешь мое терпение? У тебя получается. Сразу начинается. Нормально же общались. В прошлый раз, когда мы виделись, ты был пободрее. Пошевеливайся. Отдыхаем. Просто отдыхаем. Наслаждаемся видом. Смотрим. Здесь, кстати, ничего, такие виды-то. Там раз зомбаки. Это я. Ромашка. Я больше не вижу ромашу. Не отмечается ничего. Или я не вижу. Есть только вот это. О. Подойдет. Побольше здесь. Пойдем. Помнишь старую травницу, что довели до деревни? Она то и дело повторяла... Запомни, мед и ромашка – это дары природы. Смешай их, используй. Если повезет, вылечишься. Так, создание. Так, ну, мы перешли в режим чертежа, да? Для создания нужных нам компонентов что-то да нужно. Так... Вот она как раз ромашка, обычный ресурс. Да, так. Теперь лекарство, которое создать. В принципе, это элементарно. Мед, да ромашка. Мы два создали сразу. Здесь и навыки, как видим, прыжки, удары в воздухе.
Шустрей, почти пришли. Не знаю, что ты стоишь. Прохлаждаешься тут, а? Ну что? Ну вот, заходи. Посочился? Закрывать будешь? Ого. Уютное гнездышко. Черт, заперто. Я попробую открыть, а ты поищи другой вход. Хватай все полезное. Ага. Лут, 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 лут. Видим, может быть. А что здесь полезно? Ну, конечно, можем все пропустить. Вроде бы здесь. О. Там наверху. Здесь ничего. Ух ты, велик. Катки. Пусто. Да? Ми густо пусто. Так, главное не шуметь. Главное, всякую дичь. Ничего. Обидно. Тряпки. Пинтики. О. Исследование. Здесь что-то отправим. Так, искусственный коллекционный предмет. Газеты, да? Ну-ка, дневник. Пилигрима. Обыщите награды разные. Да ух ты! Сюжетные задания еще выполняешь. И вам еще. Так, а что здесь у нас есть? Пока ничего, да? У нас есть порча пилигрима. Танишек нету. Мыло. Вот она, статья. Прошло 5 лет, и кто помнит Харан? Есть ли еще надежда для тысячи людей, заточенных в Харане? 5 лет прошло с тех пор, как Харан изолировали от всего мира. Жители, которые оказались... Казалось, что они нашли убежище от вируса, а оказалось в смертельной ловушке. Но они вынуждены защищаться самостоятельно. Помощи извне не будет. Почему мир отвернулся от Харана? Можно ли попросту стереть из истории некогда процветающий город с тысячами жителей? Так, помню первую часть. Кто не играл в старую, добрую, Dead Light первую, очень многое потерял. Игра прекрасная и стоит в коопе ее пройти. Вы насладитесь ею. Это нужно сделать. Она не так дорого стоит. И с допами очень долгая. Какого? Эйден, ты там как? Да, крысы. Знаешь, пора прощаться. Почему? Я начинаю о тебе беспокоиться. Ты знаешь поговорку? Начинаешь о ком-то беспокоиться? Пора валить. Ну ладно, без проблем. Но надо здесь собрать. И будем же мы оставлять это все. Ну, рис, как всегда. Так, а ноут что? Не живой. Ну, там ничего нету. Так, холодильничек. Здесь ничего. Да, я вижу. О. Тут это надо исследовать. Вечеринка?
Но к этому времени ВГМ утратила контроль над вирусом. Ну здесь-то нет. Может быть. Так, надо еще вот. Смотреть. Ты че? А? Старый. Винишко? Каким на вкус было вино раньше? Ну да, у них же закончилось условие подготовки. Who do you voodoo? Хм, что-то знакомое. И это называли искусством? Мазня. Ну да. Ты не понимаешь. Молод, юн. Лишь бы все обосрать. Нет, голяк. А что здесь такое? Так. Подожди, а вдруг еще переходы какие-то. Подойди. Стрюгин собака. Почему, если вы будете... Если вы знаете Серегу, почему я так и сказал? Ну все, пошли. Очень давние посетители. Извини, Дэйв. Прощай. Как грустно. Рука пошла вниз. Умирал. Лучший способ отметить конец света. Умерли на своих условиях. Надеюсь, и нам так повезет. Эйден, я гляну, что наверху. А ты осмотри сад. Лады? Лады. Очень приятно то, что все так плавно. Это прям радует, я бы сказал. Переходы такие между видео. Блин. Да народу-то вон сколько. Давай вдвоем. Да, жаль. Зато они были вместе. Да. Я вижу, они, может, таблеток, может, не выдержали. Разработчики? Фотки. Дорогая Мэри, прости, что сбежал. Говорят, если человек превращается, это уже необратимо. Я в это не верю. Я знаю, что ты еще здесь, под всей этой болью. Я иду к тебе. Не хочу больше убегать. Эйден, иди сюда, глянь-ка! Прощальное письмо читали. Да. Фига он хитрый такой. Иди сюда. Я здесь полазил и нормально. Че это?
Она была классной. Ага. Откуда знаешь? Фотку ты же не видишь. Фотку не видишь, ты знаешь. А вот там что-то есть. Упустили, кажись. А, ну это пианино. Вот. А, ну это дверь, блин. Так, сейчас посмотрим. Так, можно залезть. Здесь все есть, в принципе. Пап, еще вода и еда, и все нормально. Можно было как-то не обязательно умирать. Присядь, брат. Для тебя. А, подарок? Скорее, дар небес. Нашел рядом с телом прошлого владельца. Надеюсь, тебе от нее будет больше проку. Палка-выручалка. Держи. Мое почтение. Выдохлась. Когда это ты стал таким гурманом? Пей давай. Кто знал, что конец мира может быть тихим? Пока не наступит ночь. Верно. Жаль, Крейн этого не видит. Кто? Неважно. Я выследил того парня. Что? Какого? Кончай уже. Ты стал пилигримом, чтобы найти этого уёбка, Вальца. Я нашел, кто с ним знаком. Что? И только сейчас говоришь? Ха, мы пьем пиво. Думал, дойдет, что мы отмечаем. Парнишка из Велидора. Видимо, он что-то знает о Вальце. Велидор? Значит, я близко. У меня есть просьба. Не отнесешь это в Гэри? Тебе по пути. Там не любят пилигримов, но платят хорошо. А где любят пилигримов, Эйден? Нас боятся. Все пытаются выжить любой ценой. Возможно. Но когда надо что-то передать, прорвавшись через орду зараженных, зовут нас. Ладно, но за тобой должок. Да, и не один. А что с тем парнем? Я говорил с ним по рации. Имени он мне не назвал. Похоже, ему есть что скрывать. Видишь антенну на горе? Она поможет с ним связаться. Он будет ждать на рассвете. Частота 140 и 200 мегагерц. Свяжись с ним. Что он хочет взамен? Не сказал. Но сомневаюсь, что он из тех, кто помогает за даром. Не думаю, что такие люди есть. Что? А как же я? Ты старая пиявка, которая заставляет расспрашивать о своей чокнутой подружке. Эй, она не чокнутая. Джейн просто... сорви голова и... И часто из-за этого попадает в беду. Но ты бы видел ее огромные... Ого! Еще слишком рано для подобных разговоров. Глаза. Я хотел сказать глаза. Огромные. Прекрасные. Цвета стали. Не слышал, чтобы так восхищались серыми глазами. Потому что ты нихера ни о жизни не знаешь, ни о женщинах. Наверное, ты прав. Уверяю. Однажды я найду Джейн. Мы построим дом и будем в нем жить. Я перестану скитаться по свету, как придурок. Выпью за это. Кампай! Пошло оно, да. А этот Вальц? Кто он? Родня? Нет, точно нет. Зачем ищешь его? Рассказывать собираешься? Да,
однажды. Ну ладно, мне пора. И когда я тебя увижу? Еще через 2 года. Кто знает. Береги себя, брат. Надеюсь, найдешь этого Вальца, или как там его. И не забудь, 140 и 200 мегагерц. На рассвете тебя ждут. Надо выдвигаться тогда. Редкое как раз оружие. А насчет рюкзака... Так, ну и что нам двигаться? Вот и все, вот наша пошла движуха. Радиовышки. О, удобный вид, где задание. Ой, какой красивый вид, ё-моё. Да, такой домик и как раз рыбачить. Рюкзачок забыл. Так, гору. А мы... Кусаки. Мы еще не достойны до этого. Стелс. О, еще одна кусака. У нас мастерство по стелсу. Надеюсь, вот здесь мы не засрем его. Смотрит на нас не очень приятно. И здесь надо добивающий, пока вот вылезает. Ну хоть я показал сразу и стелс вам, и эдакий сражение. Медок заберем. Что здесь еще есть? Припарка, запарка. Надо будет все. Я хочу все собирать, все, ничего не упускать, чтоб мы получили весь кайф от этой игры. Просто бомбанули. А, вот я невнимательный. Ресурсы, да. Нюта увидит, она меня прибьет. Молд сантехника. Вроде бы все. Ну и подвигали. О, хорошо, можно будет, если что, просто ударить, спину обойти и быстро произвести убийство. Это очень удобно, кстати. А туда нам не надо? Так, здесь
Интересно, так аккуратненько. Нет. Здесь. Опасные вот эти вот прыжки. Ниса. Всегда не любил. Оп-оп. Полицейское все уже очищено. Здесь наверняка народу побывало дофига. Давай, мы его опыт на тебя получим. Улетело. Ну и фиг с ним. Добро пожаловать. Был плакатик. Надо больше выносливости. Как вам игра? Как вам новые ощущения от новой игры? Друзья, у кого есть возможность, у кого нет возможности играть. Кому нравится просто смотреть ее, но не нравится играть. Портите дикую природу, пожалуйста. Не стреляйте, не стреляйте. Так, мы вылечились, кстати. Мы здесь уже близко, через пещеры. Опа. Ты чё, а?
Нет, не надо мне ногой. Я знаю, сейчас ногой. Типа, я сейчас ударю, а он улетит, да? Да, он улетит. Я не хотел. Не хотел. Я хотел, чтобы он просто умер. Что за дела? О, навык. Паркур у нас повышен. Высокий прыжок позволяет вам дотягиваться до более высоких ступов, когда вы удерживаете во время прыжка. Давай разблокируем этот прыжачок. Перекатом, железная хватка. Ладно. Еще чуть-чуть. Так, дотяжка. Сработала. Не вижу ничего полезного. Уже темно. Пора найти пристанище на ночь. Вряд ли найду что-то получше. Да, вот это что? Это ерунда. Там можно добраться? Берем. Откроем. Там генератор, да? Вверху залезть, что ли? Намного все легче. Какой... Это что за хрень? Не мешайте. Я хотел его ударить встречно. О-о-о-о, ошеломило меня. Чуть не сдох. Согласен. Зараза. Редкий трофей зараженного. Давай вот это все-таки откроем. Генку включим. Да будет свет. Радиостанция должна быть где-то здесь. Заберем, никому ничего оставим.
все. Здесь уже, как понимаю, место надежное. Но здесь вот есть какие-то. Кому какие-то. О, оружие. Алло. Рисок, алкоголь. Можно будет, наверное, коктейли молота бахать. По фоткам. Девчонки фотались. Фотовые с разработки. Кто-то их трогал. Недавно. Ладно, попробуем. Тайный проход. Вот она, радиостанция. Тайник игрока. Итак, друзья, что у нас доступно? У нас здесь предоставлено 4 вида оружия, которые мы можем, в принципе, забрать. Ну, а чё бы нет. Она... Заберем. Так, зелье для ночных бегунов. Так, это, ну, улучшение экспы. Это неплохо очень даже. А, разные крафт-наборы. Это потому что было предоставлено разные мини-побрягушки, которые будут больше, лучше выглядеть. Так, разный металлолом, наборы саунда, бонусы достань до неба, наряды, обычный, искусный наряд и легендарный за Deluxe и Ultimate. Наверное, так, взять. Нет, давайте вот этот наденем. И также параплан, который у нас будет. Это такой спойлер. Параплан, который предоставит нам полет. И здесь их 3. Обычный, который предоставляется. Потом будет ночной бегун. Это фанатов первой части и ярых фанатов. Для бонус по предзаказу. Именно перезагрузка называется. Так что... В принципе, по выбору мы вот так будем выглядеть. В принципе, все это мы настроим. Здесь давайте посмотрим, что у нас. Кстати, а почему у нас из тайника? И пасы, да? Так, это... Вот эти тоже, да, хорошие. Это припасы, а это вещи, да? Все, мы без оружия. Все сложили наоборот. Так, лекарства. Ослаблений. Так, ну все, мы и забрали. Так, здесь у нас и ерундовины. Мелочи, а приятно. Ну что, спать? Устали? И давайте, наверное, на этом как раз мы закончим серию. And it's up to us to take it back. I'm stuck with the city, don't sleep. Cut with a lion on a leash. No place for the weak. Bring them up to the beat. Believe what you see. No tame in the beast. No tame in the beast. I move my feet. I'm running. Fist in the jungle. We're everyone and we're everywhere. The ones who refuse.
the ones who defy. Who are we? We are the Resistance. Join us.